Эта рабочая неделя станет самой короткой. Россияне будут трудиться только в понедельник и во вторник. А со среды начнутся небольшие майские каникулы. Только вот оказалось, не все рады такому положению дел. Многие саратовцы предпочли бы зарабатывать деньги, а не отдыхать. Вот что они думают о длительных выходных. Неделя рабочая будет короткой. Да, рады. Да. Очень. Будем отдыхать. А как майские праздники планируете провести? В деревню поедем. Шашлыки жарить. Нет, не очень. Почему? Потому что выходные, это потом, после короткой недели длинные выходные, потом тяжело в ритм войти. У меня работа связана с праздниками, поэтому мне это на руку. Почему на руку? Отдыхать не получится же. Нет, потому что работы будет много, потому что можно заработать больше денег. А как майские праздники будете отмечать? Трезво. Трезво. И всем трезвости. Спились все наглухо. Работать надо. Нахрена эти гребаные выходные? Раньше 1-2 и работаем.